Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала. У нас очередная посылочка с сайта Violity. Вот. И здесь у нас должна быть... Я даже не смотрел, не отслеживал. Пошла на Укрпочту, пошел, забрал, решил снять. Вместе с вами распаковать и посмотреть. То есть, видно по посылке, что человек не заморачивался. Просто у нас с бумаги замотал себе конвертик. Вот. И решил отправить же нам. Сейчас мы вместе с вами откроем и посмотрим, что же нам там пришло. Честно говоря, сам не знаю, не помню. Заказываю много. Что-то покупается. Участвую в аукционах на Violity. Можем рекомендовать сайт. Вот. Покупаю там уже не первый раз. Пока никто никого не обманывал. Правда, смотрю на отзывы. Отзывы покупателей, продавцов, то людям пишут. Здесь у нас походу, наверное, какие-то часики. Вот. Да, здесь у нас часики. Вот. Часики у нас на ходу. И вот у нас красивые стрелочки Made in USSR. Состояние просто супер, отличное. Есть серийный номер. Как писали, продавец писал, часы на ходу. Все идет. Вон секундная стрелочка пошла. Вот. Часы ZIM. Угу. Кстати, приходит у нас, по-моему, цепляется стрелка. Стрелка у нас, по-моему, приходит, цепляет. Да. При определенном, походу, согнут сам механизм. Вот. Ну, ценник на часы недорогой. Вот. Я их завел. Посмотрим, будут идти, не будут идти. Или все отлично, или не отлично. Ну, вот такое вот, как говорится, нам вернуться назад в СССР. И видим на обзоре вот такие вот часики. Часики, в принципе, в идеальном состоянии. Практически есть некоторые царапины. Но так, в принципе, все нормально. Никаких изъянов. Кроме того, что при включении... Вот, стрелка цепляет. Ну, на вид просто шикарно. Вот, походу какой-то экспортный вариант, потому что надпись не на нашем. Вот, так что, вот такие вот часики с сайта Violity ZIM. Всем спасибо за внимание, до новых встреч на моем канале. Не забываем подписываться, кто не подписался, поставить лайки. Писать комментарии. Будет очень интересно узнать, или интересно оно вам, или не интересно. Снимать, не снимать такие вот всякие покупки, которые, честно говоря, нравятся мне. Покупаю для себя, для своего интереса. Мне нравятся очень такие вот дела. Люблю старенькие штучки. Всем пока, до новых встреч.